находимся в архиве Московской консерватории, который хранит очень много интересных документов. У нас в архиве два фонда. В первом фонде хранятся документы от революционных дел студентов, а во втором фонде хранятся уставы, приказы и распоряжения ректора, протоколы различных советов, стенограммы заседаний диссертационного совета, художественного совета и много других документов. Также у нас есть дела по личному составу. Мы храним личные дела и карточки студентов, аспирантов и дела профессорско-преподавательского состава. Имя Юрия Николаевича Колупова у нас встречается и в протоколах заседания историко-теоретического факультета, и в протоколах заседания теоретико-композиторского факультета по вопросам защиты диссертаций, кандидатских и докторских. А здесь передо мной личное дело студента Юрия Николаевича Холопова, аспиранта и профессора. Студентом Юрий Холопов проявил себя как настоящий профессионал. Отзыв профессора Григорьева о дипломной работе Холопова на балет Сергея Прокофьева «Золушка». Он пишет: «Дипломная работа студента Юрия Холопова чрезвычайно интересная и актуальная. Она может расцениваться не только как свидетельство о профессиональных возможностях и эрудиции автора, но в значительной мере как исследование, касающееся ряда конкретных разработанных вопросов. Дипломные экзамены об окончании Рязанского училища Юрий Холопов сдавал уже будучи студентом консерватории. Ну и, конечно, тоже на отличные оценки». Переходим к личному делу аспиранта Юрия Холопова. Из этого личного дела мы видим, что учился он также отлично. Вот можно посмотреть на личный листок по счету кадров. Из автобиографии мы узнаем, что отец Юрия Николаевича был служащим Рязанско-Московской железной дороги. И вот на своей должности бухгалтера он получил орден Ленина. И вот, видимо, любовь такую к труду, к профессиональной деятельности Юрий Николаевич унаследовал от отца. Учась в аспирантуре, ему пришлось служить в армии. Как бы его не защищал Александр Васильевич Свешников, но ему все-таки пришлось отслужить несколько лет. Хотя служба была щадящей, он работал в музыкальном ансамбле, и у него были гастроли по всей России и за рубежом. Далее мы переходим к личному делу профессора Юрия Николаевича Холопова. Юрий Николаевич прославил консерваторию своими учениками, своими трудами научными. Вот здесь вот есть перечисление научных трудов аж на 26 листах. Мы знаем, что всего у него около 800 работ, из них 10 монографий. Вот перечисление вот всех его научных трудов. Очень трудоспособный музыкант. Вот. Обе его диссертации были перенесены по защите на несколько лет. И как же так? Такой трудоспособный человек. И такой вот перенос диссертации. Но здесь дело не в Юрии Николаевиче, а в кознях, в зависти, вот его такому профессиональному успеху, вот такой его трудоспособности, такой широте восприятия материала,
такой тщательности к подходу изучения своей темы. И, к сожалению, вот мы в этих личных делах и в других делах мы не находим прямого или косвенного подтверждения вот этим причиняющимся козням. Эти все дела Юрия Николаевича Холопова очень востребованы, часто запрашиваются для изучения. Архив консерватории создает электронный архив. Все его документы отсканированы. И что еще хочется сказать, что архив чтит имя Юрия Николаевича Холопова. И 10 лет назад мы сделали выставку, посвященную 80-летию со дня рождения этого крупного ученого. И сейчас мы готовим выставку в рамках фестиваля «Музыкальные миры Юрия Николаевича Холопова».